Электрическая розетка с психологическим эффектом. Ноу-хау от запорожского изобретателя Григория Челусовского учит беречь электроэнергию и здоровье. Чудо-розетку в действии видела Ольга Левицкая. Внешнее изобретение напоминает обычный переходник, вот только оснащен он 10-гривневой купюрой. Как только человек включает электроприбор в специальную розетку, банкнота начинает покачиваться и таким образом напоминает. Чем дольше вилка в сети, тем больше денег уходит. Меня поразило сведение, появившееся в серьезных литературных источниках, о том, что если потребитель не вынимает шнур из сетевой шнур из розетки, то вот в этом пассивном режиме все равно идет потребление электроэнергии, и по Украине до 4 миллиардов киловатт-часов. Выключать лишние электроприборы не только выгодно для семейного бюджета, но и полезно для здоровья, добавляет изобретатель. Ведь вокруг сетевого шнура, который торчит из розетки, всегда существует электромагнитное поле. Об этом сигнализирует еще один специальный прибор. Мы сами себе создаем электрический смог, негативно влияющий на все органы и системы человека, в том числе и на его иммунную систему. А достаточно сделать одно движение. Необходимо вынуть штепсель с розетки. Себестоимость полезного изобретения около 15 гривен. А чтобы узнать его экономический эффект, говорит ученый, достаточно просто подсчитать, сколько электричества в год оно поможет сэкономить.